Всегда приятно побывать в Воронеже. Он прекрасен. И вы тоже прекрасны. Хорошего вечера. Oh,
стекло со стекла туда, где нет ничего чудесней, чем разбить дурацкий мир на песни. Склеить и разбить, как у Ева. Особенно девушкам мы всегда говорим спасибо большое, потому что они в нашем случае, в общем, двигатель всего. Ну, как всегда, сами пришли, чуваков привели своих. Чуваки тоже вроде раз что-то поставить, говорят, нормально, что? Можно потерпеть. Парни, терпите.
тобой только двое. По два раза меня, по два раза тебя, по два раза за мной. Забыть какие там морозы, забыть какие там снега, забыть какие там березы. Мальвину и Буратино в сарае. Помните? Ну вот это помнит. Можно я скажу? Да. Понаделайте-ка на зиму дровишек, детишки. Давайте понаделаем хорошего настроения на весну, на всю на самом деле. Мне кажется, мы сможем. We'll be right back.
Спасибо большое. Thank you.
Пришло время поболтать? У нас времени нет. Все, давайте заморачиваем весло, чтобы... Все равно нас нет, перед нами рай.
за весной у нас, что у нас лето за весной. Кстати, у вас же море свое есть. Кстати, вот тоже интересно, море или нет все-таки? Как это? Но я считаю так, если есть парусник, хотя бы один, а у вас тут я много видел, кстати, летом как-то. Воронежское море! Да, только вот я по морю не видел, что на байдарках катались. А катаешь? Все, простите меня дикого, все в порядке. Море, а как называется, Воронежское? Все, видите, вообще все угадал. Это говорит о том, что я хорошо учил географию в школе. Вот это, о чем ты должно говорить? Море хлопочет, берег пустую. Море.
анекдот. Слушайте, ну я анекдот, а потом кто-нибудь тебя обидится, например. Я вот, мне один раз представили картинку, там, знаете, такой жираф стоит, из воды одна голова торчит, а на берегу стоят его друзья, там какой-то бегемотик, блядь, там какой-то слоник, ну что-то такое. И он такой: ребята, идите ко мне, здесь не глубоко. А да, и подпись такая там хорошая, говорю: какой же ты. Какие-то, знаешь, я, понимаешь, отправил, куда попало, ну как правило. И как вы думаете, кто обиделся? Двухметровый, блядь. Я вообще не сразу это понял. Понимаешь, что-то происходит. А это как-то... Нормально? А говорят, у них мозгов мало, смотри сколько. Стоп, стоп. Ну еще, конечно, я, конечно, люблю, надеюсь. Вы знаете, как бы, ну вот собачки милые, да, вот эти. Красивые такие собаки. В основном они красивые, которые за машинами бегают. Вы знаете, новенькие прекрасные все. Знаете, кто это? Ой, господи. Права в руки где-то. Это души уволенных гаишников.
Нет, правда, спасибо вам большое. Что вот так с бухты барахты приехать в Воронеж и получить такую компанию замечательную. Надеюсь, у вас нет уровня, конечно. Есть! Сейчас мы его переделаем быстро по штуке. Как в такой компании не рассказать анекдот? Это правда, понимаешь, это правда. Но видишь как, не все анекдоты пролезают по разным, так сказать, этим факторам, понимаешь? А вот это вообще отменить надо, вот это. Давай, 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 давай. Мы вообще никуда не торопимся, кстати. Зачем я это сказал? А зачем он это спросил? Спасибо вам. Ah!
тоже поддались, в конце концов, общему вот этому весеннему состоянию. Полетаем. Смотрит.
факел. Но только не нам, и только не ты.
Мы вчера в Москве играли концерт. Спели там вот так же, в такой же ситуации. Наверное. Спели песенку новую, она называется «Алтайка». Что-то нам тоже, сегодня тоже захотелось ее спеть. Она совсем новая. Yeah.
большое спасибо. С вами было здорово. И мне было здорово. И Илье Шиповалову, который комментарий дает. И Михаилу Хаитову. Олег занят барабан. Волшебство снимется с вами. Сергей Кощевский очень доволен. Очень доволен. К сожалению, я не вижу довольное лицо нашего звукорежиссера Игоря Волкова. Оно где-то среди вас. Доволен, вижу прямо отсюда. Значит, Аня Бычкова, которая показывала то, что пока вот здесь вы видели за нами, благодаря чему мы вывезли более-менее ничего. Анют, спасибо тебе большое. С нами еще наш директор Марина Калинкина, она где-то в занавесках запуталась. И, значит, и Толя, да, Анатолий Эрмионов, вот. В принципе, Толя, покажись. У него вообще бы ничего не было. Как и без вас, себе похлопайте. Потому что без вас вообще никакого смысла в этом не было. Ну, порепетировали.
Я думаю, что это будет правильно. Попойте немножко, и то сейчас будет.